21 июня на 21 кнопке в 21.00 на телеканале «Тюменское время» стартует проект «Боулинг со звездами». Вот это круто. Известные люди города, спортсмены, предприниматели, лидеры в своей сфере сразятся с профессиональными игроками в чемпионате по боулингу. А? Да, игра запланирована перед стартом международного проекта «Бруклин Open». Федерация боулинга Тюменской области организует турнир в «Бруклин Боул». Да, всего сформировали 4 пары, каждая из которых прошла курс тренировок перед финалом. С нами на связи Артем Рахмеев, организатор турнира. Артем, здрасте. Как, расскажите, вообще родилась такая идея? Здравствуйте. Ну, мы сидели, общались втроем, думали о развитии индустрии боулинга во всей стране. И поняли, что одним из самых важных критериев для развития этой индустрии – это узнаваемость этого вида спорта. Вот так родился проект. Мы подумали, что это будет очень круто, когда публичные, медийные люди принимают участие в этом замечательном спорте, в этом замечательном событии. Вот начали докручивать, потом создали проект. А как выбирали участников? Честно сказать, уже не помню, но мы, по-моему, даже не то чтобы не выбирали, мы практически сразу поняли, кто нам точно подходит. Вот, наверное, да, это как-то вот само пришло. Как проект будет дальше развиваться и будет ли у него второй сезон? Искренне надеюсь, что будет второй сезон у проекта. Мы все этого очень ждем, потому что те эмоции, которые мы вживую испытали во время съемок, это просто непередаваемо. Правда, я вот недавно пост написал у себя в Инстаграме, что я примерно те же эмоции испытал, когда был на чемпионате мира по футболу на стадионе в Сочи, когда мы играли в четвертьфинале. И это просто непередаваемо. Вот это вот огромное чувство общности, правда, как на большом стадионе. Поэтому я искренне надеюсь, что мы сделаем второй сезон, потому что это круто. Это очень круто. А почему этот турнир важен для нашего города? Я думаю, что мы довольно ярко о себе заявляем в целом во всей России, проводя подобные вещи, потому что это уникальное событие. Таких событий в России, к сожалению, пока больше никто не делает. Но я надеюсь, что наши коллеги подхватят эту инициативу и будут ее проводить по всей стране. Может быть, мы из каких-то других регионов услышим подобные проекты. Но пока это довольно ярко нас выделяет на фоне всего, что происходит в целом в спортивной индустрии. Спасибо большое, Артем. Да, спасибо. Ну а мы движемся дальше. И у нас на связи Артемий Зубков. Ты неоднократно чемпион России, 2021 года, призер чемпионата Европы. Артемий, здравствуйте. Вы выступали на многих престижных турнирах. Как оцениваете уровень нашего тюменского? Да, действительно, за всю карьеру я много где побывал, видел много боулинг-клубов, много различных турниров. И, конечно, тюменский проект в плане организации, в плане продвижения на самом высоком уровне находится. И очень приятно это видеть, что в России у нас индустрия все-таки поднимается. Чем удивили участники турнира и чем турнир удивил вообще? Ну, конечно, что касается участников, наших уважаемых звезд, очень сильно порадовало их рвение, их большущее желание, несмотря на то, что они не профессиональные спортсмены, не профессиональные боулеры. Они очень усердно тренировались, и было видно, что каждый из них хочет показать максимальный результат. И, наверное, в первую очередь удивило именно это, что было такое рвение и такая энергия от них исходила максимально. Так что вот. А как подобные турниры влияют на развитие боулинга в целом? Ну, конечно, влияние таких проектов максимальное. И очень надеюсь, что этот проект будет не единичным, а они будут на регулярной основе. Чем больше таких проектов запускается, тем больше людей узнает про боулинг, что это не только развлечение там, с друзьями или с семьей, но и профессиональный вид деятельности, профессиональный спорт, где есть и медали, и Кубки мира, и сборная России. И это очень на руку индустрии, безусловно. Артемий, спасибо большое. Очень интересная информация. Спасибо, до новых встреч. Да, спасибо большое.